Jayuradhamadavam Kumja Bihari Gopijana Valabha Girivaradari Jashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatiram Vanachari Yamuna Tiram Vanacharim Jaya Radha Madhavam Kunja Biharim Gopijana Vallabha Girivaradam Yashoda Nandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayaratham Madhavam Kunjavihari Gopijana Vallabha Girivaradarim Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare Jayam Gauranitai, Gauranitai Gauranitai, Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada Jaya Srila Prabhupada Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, дорогие преданные, так мы продолжаем попытки служить
прекраснейшему писанию его божественной милости Шиладжива Госвами Прабхупады Гопалачампу. Мы читаем вторую часть Уттарачампу, главу 33, свадебная церемония Ативаса. На следующее утро в собрании Нанды после ночи, даровавшей счастье близких отношений Радхе и Кришне, Снигда Канта начал говорить: чтобы понять последовательность событий, я объединил два рассказа. После свадьбы Баларамы отпраздновали свадьбу Кришны. Сейчас я ее и опишу. Эканамша Майя Шакти, известная как сестра Кришны в линии Васудевы, была приглашена Нандой и Яшодой, и Вринда использовала эти узы любви, будто применила особую мантру, чтобы вызвать Эканамшу. Первое чувство счастья было создано благоприятными пением и музыкой. Состоялось 10 миллионов свадеб в одно и то же время. Там было неисчислимое множество музыкантов и певцов. Состоялось 10 миллионов свадеб в одно и то же время. Там было неисчислимое множество музыкантов и певцов. Одновременное пение на небесах и на земле создавало благоприятную среду. Музыка и пение слышались повсюду. Но пение и музыка на небесах прекратились, поскольку полубоги устремились на свадьбу во Врадже и приняли земную музыку. Гокула затмила виманы полубогов, небесные дворцы, плоды, балдахины, ворота и деревья. Радость возросла, как луна, а сердца всех расцвели, как лотосы. Когда луна становится полной, лотосы расцветают. Все было подобно луне и океану. Луна восходит из океана, океан вздымается от восходящей луны. В Двараке Кришна женился на 16 тысячах принцесс одновременно, и там присутствовали 16 тысяч отцов. Что же тут удивительного? Когда во Врадже состоялись 10 миллионов свадеб, это напоминало множество рек, впадающих в океан. Поразительно было то, что число людей на этих свадьбах было бесконечным. Но более поразительно было, что все эти люди присутствовали на каждой бесчисленной свадьбе. Удивительно. Поразительно было то, что число людей на этих свадьбах было бесконечным. Но более поразительно было, что все эти люди присутствовали на каждой бесчисленной свадьбе. Еще более непостижимым было то, что каждый дом был не очень большим, но вмещал всех людей. Никто не знал, что все эти дома расширялись сами. Паурнамаси повсюду распространила влияние йога Майи. Еще более непостижимым было то, что каждый дом был не очень большим, но вмещал всех людей. И никто не знал, что все эти дома расширялись сами. Паурнамаси повсюду распространила влияние йога Майи. Теперь мы опишем благотворность всех свадеб Кришны. Однако невозможно описать каждую свадьбу, так как если бы каждый во Вселенной стал описывать их вместе или по отдельности, эти попытки не увенчались бы успехом. Я опишу свадьбу Радхи, насколько позволяют способности моего разума, ибо эта свадьба была сверхудивительной. Когда у дверей Нанды звучала музыка, у дверей в Ришабхану не только плясали танцоры, но и все люди. Музыканты постоянно усиливали воодушевление и преданность Кришне на его свадьбе. Музыка сливала с ритмами, которые зажигали сердца всех вдохновением, словно во время битвы. «Эй, быстрее идите сюда! Давайте это! Берите это!»
Те, кто приходили, давали и получали дары. Так все способствовали возрастанию удивления и восторга на этом торжестве. Послушайте, что я скажу. Самые почтенные люди, отбросив гордыню, действовали смиренно, как обычные слуги. Поглощенные счастьем на празднике во Врадже, они щедро раздавали подарки. На день церемонии Атхивасы с приятными лучами луны, исходящими от цветущих лиц матери, невесты, Радхи и жениха Кришны, общались с другими женщинами, своими близкими подругами, имеющими сыновей, как с равными себе. Зайдя домой, они совершали благоприятную деятельность, общаясь друг с другом. Счастливые они затем начали петь благие песни. Все женщины, тая от любви, пели о свадьбе Радхи и Кришны в домах двух матерей. Вдохновляя друг друга и весело смеясь, они пели песни, которым научила их Паурнамаси. «О Кришна, о юный флейтист, о защитник Нанды, ты древо любви Ананды, Радха полная луна добродетелям верна, околдовывает Кришну, сводит каждый раз с ума. Хоть три мира обойди, не найдешь сильней любви. Джая, джая, Кришна, Хари. Ты лучишься красотой в Гокуле, разрушая время. Ты лучишься красотой в Гокуле, разрушая время. Радостью всегда живешь, демонов истребляя племя. Знаками отмечен ты разными благими. Украшения, украшений, Радхики отныне. Вечная твоя невеста и в плену твоей любви, джая, джая, Кришна, Хари. Ты всегда победоносный в детстве, юности и взрослый. Спас ты Радхику от мук и жестоких лап разлук. Ты как лотос сей Гокулы, носишь серьги ты акулы. Редкое богатство Враджа, счастье, радость вечно наше. Ты для Радхи свет любви, джай, джай, Кришна, Хари. Совершив необходимые обряды, счастливые они омыли Кришну и Радху, как предписывается правилами в их домах. Омовение жениха. Люди смотрели на Кришну, облаченную в нижнюю тонкую одежду для омовения. Его тело затмевало красоту сияющего сапфира, используя массажное масло и созерцая ослепительную красоту Кришны. Всем казалось, что его красота покрыта водой, смешанной с косметикой. Раджаваси с любовью предлагали все Кришне. Раджаваси с любовью предлагали все Кришне, который словно купался в ароматном масле. После омовения все, как завороженные, смотрели на Кришну, сверкающего, как сапфир. Разве могла его блистающая красота, усиливающаяся с каждым мгновением, полностью удовлетворить в Раджаваси, которые с жадностью пили ее и не могли напиться? Не только те, кто омыли Кришну, стали счастливыми благодаря его возрастающей красоте, но даже домохозяева, которые услышали эти новости, также они преисполнили счастья. Не только те, кто омыли Кришну, стали счастливыми благодаря его возрастающей красоте, но даже домохозяева, которые услышали эти новости, также преисполнили счастья. Когда омовение Кришны ароматной водой из золотых кувшинов завершилось, его родственники с любовью перенесли Кришну на драгоценное возвышение и счастливые принялись вытирать его нежными полотенцами. Вытерев его, они увидели, что тело Кришны обрело золотистый оттенок. Испуганными глазами они с любопытством смотрели на Кришну, и затем красиво нарядили его. Кришна сел на мягкую подушку, и кто-то вызвался уложить ему волосы.
Трудно было описать свадьбу, которая проходила с великим тщанием. Мы лишь вкратце описали свадебную церемонию. Тюрбан, сапфирные серьги, нашейные украшения, драгоценный камень Каустубха, корона, кольца, жемчужные ожерелья, пояс, браслеты, ножны, украшения и одежда доставляли радость всем присутствующим. Чтобы не терять благоприятное время для свадьбы, две матери попросили мальчиков-брахманов позвать семейных жрецов Нанды и пригласили замужних женщин выйти вперед. Жрецы пошли в помещение, украшенное благоприятными знаками. Теперь мы опишем омовение Радхи на этом торжестве. Когда Радха и другие гопи отправились в дома своих отцов, Кришна, несмотря на то, что испытывал к ним сильное влечение, чувствовал застенчивость. Волна океана обладания гопи с мыслями, что Кришна принадлежал им, затем также затопила его ум. Некоторые женщины поняли это, но вели себя, как будто не знали об этом, словно Кришна был безразличен к Радхе. Услышав их разговоры, Радха ощутила острую боль. Она не считала, что Кришна принял ее своей супругой. Она не считала, что Кришна принял ее своей супругой, ибо не доверяла всему миру, так как ее ум трепетал от жажды Кришне, и хотя она была счастлива, она дрожала от жажды Кришне. И когда Радха услышала описание Говинды, который, казалось, ударил ее словно палицей, она опечалилась. Чтобы раскрыть это своим подругам, Радха сказала, используя двусмысленные слова: «Когда Кришна был далеко, я страдала из-за его равнодушия. Теперь я не страдаю, его счастье и счастье Враджа – мое счастье». Сакхи сказали: «О, Радха, мы не понимаем твоих слов из-за твоего прерывающегося голоса». Радха ответила: «О, подруги, я говорю прежде, когда я думала о Кришне, когда он был далеко, я страдала. Теперь же, думая о нем во Врадже, я тоже страдаю». Сакхи сказали со слезами на глазах: «Ах, мы всегда страдаем, видя твои страдания. Не думай, что наше нынешнее счастье противоречит этому». Радха сказала: «Разве вы не чувствуете счастья от его приезда в Гокулу? Если он принимает тебя своей супругой, тогда мы счастливы. Разве можно облегчить боль, брызгая воду на ожог? Скорее от брызг боль только усилится. Мы не утешаем тебя словами, словно брызгами воды. Пойми, что мы окропляем тебя нектаром». Что это значит? Все наши посланницы вернулись и рассказали о его состоянии. Когда твой отец отправил украшения и одежду жениху, Кришна поочередно надевал и носил их все. В это время все его тело трепетало от счастья, а драгоценный пояс дрожал, позванивая на его талии. Более того, когда твой отец отправил бесценную тилаку для свадьбы, улыбка осветила все лицо Кришны, которое он пытался скрыть, чтобы казаться серьезным. Но она одарила всех присутствующих счастьем. «О, дивноокая Радха! Кришна безумно привязан к тебе, мы припадаем к твоим стопам. Поделись же с нами своим блаженством». В это время пришла кормилица и сказала с притворным гневом: «О, красавица, что ты делаешь здесь? Настало время церемонии твоей Ативасы, твоя мать зовет тебя».
От ее слов все сакхи затрепетали в блаженстве, а их руки задрожали от счастья, и они заразили таким же трепетом руки Радхи. Поднявшись, они все вместе направились в дом матери. Пока они туда шли, привлекательно звучали барабаны у ворот Нанды и у дома Вришабхану. Пока повсюду слышался праздничный бой барабанов, сакхи шли в дом матери Радхи, хотя все время спотыкались по дороге. Идя туда, они осветили толпу женщин, которые пели, неся на головах кувшины. Затем сакхи, сияя улыбками, пошли вместе с Радхой к месту омовения по велению Киртиды, думая, что Радха будет выглядеть сияющей после омовения и новых украшений и одежды. Сакхи переодели Радху в красивые одежды, отчего она стала еще прекрасней. Масло, смешанное с парфюмерией и куркумой, подходило для других женщин, но не для Радхи. Ее тело было ароматнее мякоти благоуханного сандала, так как тело Радхи по природе своей сияло, благоухало и очаровывало. Сакхи не использовали никакой косметики. Они лишь применили немного притираний, слегка прикоснувшись к ее телу. Сакхи удалили масло с ее тела, используя очищенный экстракт лотхры. Умастив кункумой ее нежное тело, они усадили Радху на невысокую платформу для омовения. Там стояли красивые драгоценные кувшины с чистой водой и целебными травами. Это место благоухало ароматами лучших сортов благовоний. И когда Радха села на золотой трон, сокрушающий гордыню драгоценных тронов Вселенной, все были чрезвычайно довольны, чувствуя, что их усилия увенчались успехом. Придя к тому месту, по пути они пели песни, которые волнами красоты растекались повсюду, и затем они омыли Радху. Помня, что Кришна будет ее супругом, Радха омылась в потоках собственного пота, возникающего от ее сатвика бав. А сакхи омыли ее приготовленными жидкостями. Они пели такую песню: «Слава Радхе, слава Мадхаве, им всегда безмерно рады мы, у них отныне вечный союз, не будет разлуки, мучений уз. Ты избавилась от боли, Кришну обретя, это от Иваса с ним свадьбы для тебя. Ты лиана Мадхаве для черного шмеля, ныне боль разлуки исчезла навсегда. Среди женщин ты премой пленяешь его, Кришна счастлив от красоты лица твоего. Ты гордишься удачей быть на его груди, как прядь золотистых волос Лакшми. Думая о нем, ты побеждаешь все трудности, ты радуешь его красотой, о сокровище мудрости. Ты всегда во Вриндаване упиваешься лилами вместе с Кришной и с подругами милыми». Думая о нем, ты побеждаешь все трудности, ты радуешь его красотой, о сокровище мудрости. Ты всегда во Вриндаване упиваешься лилами вместе с Кришной и с подругами милыми. Матуканда спросил: «Лалита и Вишака находятся среди восьми героинь. Были ли они в доме Радхи или в домах своих отцов, готовясь к своей свадьбе?» Снигдаканта отвечал: «Парунамаси сказала, я устрою все совершенным образом во всех местах и беспрепятственно. Теперь давайте вернемся к теме». Так как возникло затруднение, сакхи разделились, и затем самые близкие сакхи получили возможность счастливо осушить полотенцами тело Радхи.
После омовения они высушили тело Радхи, но не осушили ее лотосных глаз. Из-за появления Кришны ее глаза постоянно орошались слезами. Думаю, что у Радхи слезы текли из-за масла, попавшего в глаза, главные гопи обернули ее в два куска ткани и повели в комнату для переодевания. Там они нарядили ее, и Радха засияла красотой, превосходя золотые украшения на всех частях ее тела. На шее, в носу, в ушах, на руках, на груди, талии и стопах. Она сияла красотой трепета, испарины, поднявшихся волосков, оцепенения и слезами из-за спурти Кришны. Но из-за стеснения она пыталась скрыть эти признаки экстаза. Затем Радхе предложили зеркало, и вот какой разговор произошел между ней и Саки. «Что это, луна? Это поднос для арати. Что там движется наверху? Это безупречный лотос луны. Он разбрызгивает воду повсюду. По утроению Творца этот лотос луны находится в твоем подносе». «Что это, зеркало? Это ларец твоей красоты. Что хранится в этом ларце? Твое лицо, отраженное в нем, о Радхика, посмотри в него подольше». Саки напоминали изящных лебедиц с нежными голосами и лотосными лицами. Они поместили Радху в центр, как царицу лебедей, и повели ее в собрание, даруя радость замужним женщинам, сидящим на нижних местах в белом павильоне, описанном ранее. Они поклонялись Радхе, посадив ее на золотой трон и обмахивая чамарами. Жених и невеста вместе сели лицом на восток, а матери и родственники начали церемонию Адхиваса. Женщины нанесли на лоб Радхе и Кришне тилаки, противоположные их цвету кожи, в то же время, как другие пели песни. Радха и Кришна, любуясь тилаками друг друга, почти слились воедино и, смутившись, задрожали. Те, кто омывали их, брызгали водой на читу, используя траву куша, и проводили ведийские обряды. Затем они сказали: «Пусть чита будет вечно счастлива. Таково обычное благословение, но мы желаем вам безмерно большего». На церемонии Адхивасы замужние женщины брызгали на читу ароматную воду, прилипая к чите, пыльца и кункума создавала так называемую васа-йогу. Они украсили уши жениху и невесте колосьями ячменя, но не только ими, они усилили в чите желания, и так все действия создавали радость, словно зарождающиеся колосья. Хотя их запястья были увиты драгоценными браслетами, их запястья стали еще прекраснее от благоприятных нитей, завязанных на них. Но причиной благоприятности была сама чита. Для создания благоприятности Радха и Кришна создали внешнюю благоприятность такими веществами, как земля, аромат и камень. Но я буду поклоняться их внутренней благоприятности, к которой стремлюсь. Не так ли сказано в литературе по грамматике, что внутренняя благоприятность превалирует над внешней? Совершая церемонию Адхивасы, замужние женщины брызгали масло и куркуму на голову. На головы читы, используя ткань. Пропустив вперед старших женщин и стоя со всех сторон, начиная с востока, они разбрызгивали ароматное масло травой куша и пели такую песню. Умащенные маслом и куркумой, в приправе вечной любви молодой, Радха и Кришна даруют Гокуле покой, бескрайнее счастье, уйдя с головой.
Пусть наши сердца похитит чета, и наше несчастье унесет навсегда. Пусть засияет, как солнце, их слава, их према, счастье, красота и забавы. Пусть на Гокулу прольется их милость, их добродетели, очарование, игривость. Пусть нежные взгляды их лотосных глаз всегда удивляют и радуют нас. Мы счастливы жить рядом с вами, во Врадже под синими небесами. Вы превосходите всех цариц и царей бесконечных просторов, земель и морей. Пусть вас всегда сопровождает победа, удивляя даже Ананту и повелителей света. Воспеванием множества защитных мантр, применяя янтры и могущественные целебные травы для устранения всех несчастий, чита создала блаженную атмосферу, и затем по воле их матерей они выразили почтение старшим. И старшие одарили читу благословениями, что осчастливило всех. Кришна, супруг Лакшми на Вайкунтхе, а Радха, его верховная супруга в Гокуле, ему вечно счастливы от его любви к ней в Гокуле. Сопровождение звуков флейт и рожков, а также победных восклицаний жених и удачливая невеста вместе с замужними женщинами пошли поклоняться Лакшми и Нараяне, прибежищу Вед, в храме на превосходной почве в центре деревни. И тут произошло чудо. Когда Кришна в роскошной одежде вошел в храм, Нараяна растворился в сиянии Кришны. А Лакшми осталась видимой. Когда Радха вошла в храм, был видим только Нараяна. Когда оба они покинули храм для проведения другой церемонии, Лакшми и Нараяна появились вновь. Но люди подумали, что причиной этому исчезновению послужила одежда божеств, когда идут тайно навстречу с возлюбленным. Один одевался в белое, чтобы быть невидимым в лунном свете, а другая одевалась в черное, чтобы быть невидимой на фоне ночной тьмы. Видя все это, Матумангала сказал в изумлении: «Смотрите, смотрите! Случилось нечто редкое, ибо свадьба Радхи и Кришны вечна. Радха не сливается с Нараяной, а Кришна не сливается с Лакшми. Чтобы закончить, я вернусь к теме. После того, как чита провела поклонение в храме, они возвратились домой с музыкой и пением. Внешне все было так, но в их сердцах было иное. Радха в сердце своем следовала за Кришной, а Кришна в своем сердце следовал за Радхой. После слушания в собрании Нанды и собрании Радхи, когда все разошлись домой, чита, чьей свадьбе было повествование, встретилась в уединенном месте. Хари Кришна, дорогие друзья, итак, еще одна прекраснейшая глава закончилась. Глава 33, свадебная церемония Атибаса. Во второй части Гопалачампу, Вутарачампе, закончилось. Спасибо большое вам. Спасибо Ачарья Деву Шрила Джива Госвами Прабхупаде. Спасибо Шриле Прабхупаде. Спасибо всем преданным Господа Шри Чайтанья Махапрабху Нитай Гора Преманандэ.